Самозанятость и легальная работа. В Беларуси с этого дня расширен список видов деятельности, при которых не нужно открывать ИП. Новации закреплены указом президента. Сейчас тех, кто работает по единому налогу, в стране более 16 тысяч. Согласно указу, таких видов деятельности будет уже 30. Список пополнился 12 новыми. Среди них те, кто хорошо печет, готов сдавать свою квартиру или дачу на сутки или месяц, ремонтирует мебель, часы и обувь, умеет шить одежду, настраивать музыкальные инструменты, пилить дрова, выкладывать печь или готовы разрабатывать веб-сайты. Новации в профильном министерстве называют шагом по упрощению бизнеса, решением вопросов по самозанятости и выходом из тени тех, кто готовил или шил на дому нелегально.